Добрым словом хочется вспомнить это воскресенье. 25 ноября в России отмечался День матери. Торжества по случаю праздника по традиции прошли накануне в МЦ «Стекольный». Посвящение мамам. Эту праздничную сцену делили лучшие творческие коллективы округа. Но сначала слова признания и поздравления прозвучали от первых лиц города. С праздником у вас. Мы вас любим, чтим. День матери – это важный праздник. У нас много праздников, но этот день особенный. Поэтому еще раз хочу вас поздравить. Вот для меня лично каждый день есть возможность общаться со своей мамой. И когда я ее вижу, слышу ее голос, ее вижу, это самые радостные минуты в моей жизни. Спасибо вам. И чтобы все, каждая мама, которые сегодня здесь в зале, и которые проживают на нашей территории городского округа Клин, были счастливы за своих детей. С праздником! В концерте приняли участие как сольные исполнители, так и творческие коллективы. Среди них театр танца «Арго», студия танца «Жерминаль» и детский ансамбль «Сапфир». Программа отличалась особым лиризмом и настроением. На мероприятии огласили итоги конкурса «Мама года 2018». Победительницей стала Ксения Тертишникова, а вице-мамой Анна Белкина. Лучших мам торжественно поздравили и вручили памятные награды. Виктория Тихонова, Иван Першин, Анастасия Гарбузова. Новости дня.